победой! С победой, Миха! Очень тяжелый матч был. Вот бывают такие матчи, когда очень тяжело все идет, но важно забить первый гол. Так сегодня получилось. Ну, так как ты сказал, да, был тяжелый матч. Соперник хорошо, компактно все оборонял. У нас был контроль мяча, но мы не успели найти это хорошее последнее пассе, чтобы приходили в хорошие моменты забивать мяч. Ну, удалось, забили первый мяч, и это нам давало чуть сил, чтобы довести игру до конца, до победы. Очень тяжелый был первый тайм. Что Сергей Витальевич говорил в перерыве? Я это не могу сказать, поэтому я был на замене. Я думаю, сказал, что надо поменять, как ребята давал чуть сил, чтобы было все хорошо, и они все старались дальше. Удалось с заменами тоже отработать свое. Городей это вышел как нападающий. Может быть, сегодня тоже был вариант тебе выйти в центр нападения? Ну, может, был вариант, но это надо узнать у тренера. Но я уже раньше там в Украине чуть поиграл на нападающего, получалось. И почему не использовать, если надо. Там. Гордей был сложный мяч, боевая игра. Гордей, у них высокие футболисты, тоже компактно все обороняли, и надо было экспериментовать. Но, к сожалению, тогда все нам не удалило, мы не забивали, но сегодня по-другому. Что было в голове за секунду до того, как тебе мяч прилетел в голову? Да, на шучу, когда ты гол забил. Ну, я просто, я увидел, там защитник что-то потерял, не знал, где я буду прибежать, а потом просто побежал на мяч и сделал свою работу. С победой! Спасибо!